Еще один очень близкий друг вашей семьи. Вас поздравил. Привет, милая. Эти розы меня перелетят. Положись на стол. Давай, положи. С ума сойти. Всем добрый день. С ума сойти. Гришенька, спасибо, спасибо. Здоровья. Ну, все остальное совместными усилиями купим. Все остальное у меня есть. Ну, тем более. У меня есть такие друзья замечательные. Спасибо большое. Спасибо, Гришенька. Если мне память не изменяет, мы познакомились с тобой в Сочи, по-моему, у Ризы тогда. Нет, тебе память изменяет. Изменяет, ну я старый человек. Мы познакомились у нашего общего друга на золотой свадьбе у родителей. Это было в Праге. Я еще был тогда совсем маленький. Ты был молоденький, красавчик невероятный, как и сейчас. И первый раз ты как бы... Появился и спел свои песни. Мы сразу тебя заметили и уже не забыли никогда. Потом мы уже в Сочи знакомились, да. Потом мы уже... Много раз знакомились. Я дружу с твоей сестрой, да, я очень это. Люблю. И с тобой часто в Сочи встречаемся, слава Богу. Слава Богу. Закончится это непростое время и начнем дальше работать. Да. Так как работал твой супруг, мы все помним. Мне посчастливилось все-таки спеть с ним произведение. Я всегда мечтал, и мечта сбылась. Очень хорошее какая произведение. А давайте, у нас есть это видео, поставьте, пожалуйста. Давайте вспомним. Правда, очень сильная песня, я ее очень люблю. Черт с ними, за столом сидим, поем, пляшем. Подними эту чашу за детей наших. И скинем с головы иней, поднимем. И скинем с головы иней, поднимем. За свежий с полей ветер, за друга, не дожившего до дней эти, за память, что живет с нами, затянем. Затянем. Бог в помощь всем живущим на земле людям, мир дому, где собак и лошадей. Песня, ничего не могу сказать. Я вот, например, ее спеть не могу сам. Если я начинаю это напевать где-то там в компании, там начинают душить слезы, я просто останавливаюсь. Она чересчур эмоциональна. Чересчур эмоционально. Но и то, что эти два, в общем-то, великих человека меня допустили к этому произведению, я уже считаю, что мне повезло. Получилось, я счастливый на человек. Чего и желаю, Нелечке, и счастья, и здоровья. А у нас... В доме сейчас везде сплошные подарки от Лепса. Я каждое утро захожу на кухню, вижу шикарный натюрморт, картина, написанная в год моего рождения, подаренная Лепсу.
И говорю: Гриша, доброе утро. Имеешь в виду 60-й год, да? Да, 60-й. Даже, можно сказать, 70-й. Можно и 70-й сказать. Не, ну там замечательный у вас, конечно, дом, прекрасный дом. Всегда был полон гостей. Вот это вот меня поражало. Я приезжаю тогда, когда хотел приехать, и всегда там стоит стол, то узбекский, то грузинский. Кухни всех народов. Приезжаешь, обжираешься. В центре всегда сидел Иосиф, всегда неизменного галстука, костюм. У него костюм, свое кресло такое. И вот он: Григорий, заходи, садись возле меня. Нет, конечно, очень здорово. Была масса интересных людей. Они никуда не делись, они по-прежнему появляются. А как мы в Сочи ездили по твоему приглашению на концерт? Ой. Ну, Иосиф Давыдович прожил великолепную жизнь благодаря большей части, благодаря своей супруге Нелечке. Ой. Это правда, потому что настоящая жена, настоящая женщина, настоящего великого человека. Это бремя. Не каждая женщина на это способна, не каждая женщина может это нести. Это огромная ответственность быть всегда рядом. Это огромная ответственность всегда быть поддержкой, потому что Иосиф Давыдович отнюдь не был простым человеком. Ну уж нет. Это была огромная фигура со своими взглядами на жизнь. Может быть, они не всегда пересекались со взглядами Нелечки. Но и тем не менее, она была ему верной женой и опорой. Это для него наверняка было, ну, как спина. Как спина, поэтому и из-за этого... Да еще раз можно поклониться этой женщине. Ой, Гриш, не надо. Я не буду, не волнуйся. Мы просто очень любим, любим тебя, Нелечка. Мы все знаем тебя как великолепную женщину. Куколку, как говорил, да, Винокур? Поздравляю тебя. Гришенька, спасибо, что ты нашел время. Да, ну, Господи, для тебя все, что угодно. Спасибо, не вставай. Дорогой, спасибо. Поздравляю, здоровья тебе. Пока. Спасибо.